А я сделаю вот так и наконец-то окажусь в летнем, любимом Витебске. Это базарные истории. Меня зовут Хелена Мирай, и мы начинаем! А где мой чемодан? Славянский базар – это один из моих самых любимых фестивалей, но все же я нашла в нем тот самый изъян. Внимание! Фотографии на аккредитацию. Я знаю, что это не только моя боль. В этот раз я ее исправлю. Итак, все же три на счастье. Сделаю самую роскошную фотку на базаре. Мне нужно в этом году сделать красивую фотку. Не как во все предыдущие. Подождите, давайте разберемся, что мне для этого нужно. Улыбнуться. Улыбнуться? А что нужно еще сделать? Вы же там меня видите. Вы скажите, куда мне голову повернуть. Сервис, дубль два. Я не знаю. Тут невозможно выбрать. Какую мы выбираем? Никакую. Вот эту? Хорошо. Мы ждали этого 3 года. Мы ждали и дождались. Наконец-то у меня красивая аккредитация. Марьяна Маленкова и Анна Крилория приветствуют вас на телеканале «Беларусь-1», на спутниковом телеканале «Беларусь-24». Так, девчонки, тормозите, пожалуйста, это базарные истории. Ну, в конце концов, как вам славянский базар? Что уже успели увидеть за целые сутки? Понимаешь, мы же уже как бы немного даже, как бы не первый раз. Что мне посмотреть? Я как бы тоже не первый раз, смотри, на голодный желудок ничего смотреть не надо. Это вообще плохая примета. Золотые слова. Да. Купи сосиску витебскую вот здесь, вот и съешь, встать на Кировский мост. Окинув взглядом город Витебск, посмотреть на церковь, на эти шагаловские места, порадоваться жизнью, сказать: «Господи, спасибо, что ты аккредитовал меня на славянский базар». И сделать красивую фотку. Мне даже больше нечего добавить. Я так скучала по тебе, по этим всем интервью нашим совместным. Где ты была полгода? Я была рядом. Я ждал интервью. Девчонка в кедах и розовых очках всегда смеется, летает в облаках. Привет, привет! Привет, привет! Знакомые люди, знакомые лица. Каким в этом году будет славянский базар? Ой, как всегда, очень интересным, насыщенным. Все то, что артисты делали, к чему готовились целый год, они показывают, как правило, на славянском базаре. На тех самых концертах. Поэтому здесь все самое такое горяченькое, свеженькие пирожочки вот эти вот на сцене. Славянский базар – это как гастротуризм и эстетикотуризм. И зрелище, и хлеб – все на славянском базаре. Вот так вот пообщаешься с коллегами по цеху, а они тебе насоветуют всего-всего вкусного. Будешь? Ой, главное после плотного обеда по законам славянского базара встать и пройтись. А я еще знаю с кем, с мастером своего дела и знатоком города Витебск. Ой, хорошо было вкусно. Опишите славянский базар мне 3 словами. Самый любимый фестиваль. Какие есть еще интересные места на славянском базаре, помимо там, мы знаем все амфитеатр, там концертный зал Витебск. Какие еще есть локации? Ну, самая главная локация и мозг – это вот наша дирекция, где находятся все основные службы – регистрация, аккредитация, питание, размещение, рекламная, информационная служба. Это наша пешеходная улица, она шумная не только в рамках фестиваля. Что здесь можно найти? Здесь можно найти расписные люки. Здесь можно найти очень крутые сувениры. Здесь можно найти очень крутые картины, очень крутое ремесло. И тоже можно очень вкусно поесть. В ратуше самое интересное – это внутри. И необходимо обязательно подняться на самый верх ратуши, чтобы видеть весь наш город. Наслаждаться красотами Витебска и кайфовать от каждой минуты на славянском базаре. Ведь дальше только интереснее. Об этом расскажу вам я, Хелена Мирай, в базарных историях. Увидимся с вами завтра. Пока-пока!